Делиш компании Innovov Plus представляет. Он встал с позаранку, весь день за баранкой. Нет время на баб, на друзей, на пьянку. За ужином молча проглотит чекушку и вместо жены обнимает подушку. А по телевизору в это же время батяня, комбат и огонь батарея. Но чтоб настоящими стать мужиками, не нужно носить галифе с сапогами. Он не модельер и не танцор из клуба. Он по ночам не красит помадой губы. Даже в театр за всю жизнь не сходил ни разу. Он просто мужик, он водитель КамАЗа. Таких мужиков почти не осталось, они все переквалифицировались в артистов, дизайнеров и визажистов, побрили подмышки и остановился. Но им без шофера не сделать и шагу, не сделать покупки в универмагах, не сделать себе трехэтажную дачу, мы все без него пропадем однозначно. Он не актер из телесериала, даже не муж, а Пугачевый Аллы не последний герой. Но ему и так неплохо, он просто мужик, и все ему. Он не актер из телесериала, он даже не муж, а Пугачевый Аллы не последний герой. Но ему и так неплохо, он просто мужик, и все ему. Пытаются их дать.